Ярко и модно отметил свой день рождения тверской бутик «Антропология». На протяжении 17 лет он помогает создавать клиентам свой уникальный стиль. Торжество проходило под девизом «17 мгновений антропологии». О том, каким был этот праздничный вечер, в нашем следующем материале. 17-летие – возраст юношеских надежд и мечтаний в жизни человека. А для любого предприятия это уже возраст зрелости и времени, когда можно подвести некоторые итоги. Свои 17 мгновений вспоминали субботним вечером в бутике «Антропология». 17 лет назад, что я думала? Я думала, что мы будем развиваться очень активно. И я рада, что кризис нам не очень помешал, а может быть даже и помог, потому что конкуренции на рынке нет вообще. Одежды красочной и необычной очень мало в России, в принципе. Поэтому к нам приезжают покупатели не только из Твери, а изо всех уголков нашей необъятной родины. Антропология с момента открытия и по сей день действительно является уникальным местом Твери по ассортименту одежды, обуви, аксессуаров и предметов интерьера. Но главное, за что всегда благодарят этот бутик, это за особое отношение к клиентам. И в первую очередь в этом заслуга, конечно же, его хозяйки. Мы умеем теперь одеваться, мы становимся красивее, лучше, добрее. И вот этот лучик солнечный Вика в нас вкладывает, и мы начинаем по-другому, у нас вырастают крылья, и жить становится лучше. За эти 17 лет выросло уже целое новое поколение. И вот уже в традиционных показах мод антропологии принимают участие дети и внуки первых клиентов магазина. Показ, я очень ошеломлен был, очень много народа. Все смотрят, снимают. Страшновато. Тут очень приятная атмосфера. Ну и, конечно, одеваться здесь очень нравится. Здесь, наверное, по Твери самые стильные вещи. Много народу, все такие красочные. Очень интересно наблюдать за всеми. Эмоции, конечно же. 17-й день рождения антропологии был отмечен необыкновенным розыгрышем призов на общую сумму в 1 000 000 рублей. А впереди предновогодний месяц, и бутик готов порадовать вас эксклюзивными игрушками, шарами и украшениями для вашего дома. Загляните на Новоторскую, 16.